Александру, можно задать такой вопрос вам? Почему вы говорили, что вы с 13 статом никогда не будете создавать правительство, а сейчас вы с ним создаете правительство? Можно ответить на этот вопрос? Вы говорили, что вы... Я не создаю правительство ни с кем. Вы говорили, что вы никогда не будете контактировать с Ренатом Усатым. Сейчас вы идете вместе с ним. Его электорат... Я не создаю правительство ни с кем. И президент Республики Молдова не создает правительство. У нас будут выборы. Посмотрим, кто... Хотите, чтобы я ответила? Когда вы будете повышать заработную плату, повышать пенсии, когда в этой стране уже люди начнут жить нормально, когда многие перевезчики из других партий не будут переходить к вам. Я хочу вам подсказать, читать закон, да? И понять, кто может поднять зарплату. Я отправила в парламент закон, чтобы подняли минимальную пенсию, да, хотя бы до 2000 лей. Социалисты еще не проголосовали за этот закон. Вы ничего не делаете. Вы только говорите, предвыборные кампании свои только делаете. И все, ваша цель — разрушить страну. Не будет говорить за всех. Я не договорила, у меня тоже есть вопрос. Ева Сыгара, Скундах Маландр, Берли Каракоза. Нет, почему вы дали творчество в лесах? Почему эту страну разоряют такие, как вы? Уважаемые... Коррупции. Уважаемые, давайте вопрос. Почему ли у нас независимых кандидатов? Давайте вопрос. Сейчас уже партии партии идете. Думаю, принимаем декоративный вопрос.